все мои зрители, подписчики и не подписчики, просто зашедшие на мой канал. Кто зашли, тому рады. Так, девочки и мальчики, здесь у меня салфетка, пускай она будет здесь пригодится. Я вначале залью кипятком землю, потом ее утрамбую, а потом скажу, какой цветок мы будем сажать. Потому что только что выключила чайничек. Все. Вот так вот. Этого дела хватит. Отставляем. И продолжаем. Что же мы будем сегодня сажать? Сеять. От чайника, поэтому салфетку надо вытрать. Вот здесь все. Опа. Так, земельку мы пролили кипяточком. Давай вот я тебя на салфеточку поставлю. Вот так вот. И мы будем сегодня сажать сальвию. Футьяс называется по-гречески, да. Всем, кто зашел канал, я живу в Греции, и у меня будет все равно неординарно посеянные растения. Так, здесь вот так вот все написано в течение. Ну, здесь по-гречески написано, надо это читать. И здесь, вот, я не знаю, наверное, по-английски еще есть. Кто знает английский, читайте по-английски. Годные семена до, сейчас скажу, до 2022 года, 4 месяца. Были куплены в простом супермаркете, и я попробую их посадить. Если они взойдут, у меня на эту фирму, я не располагаю таких, знаете, надежд, что они взойдут. Почему-то у меня нету такого уверенного двух слова, что они взойдут. Ну, будем пробовать. Я хочу посадить их, попробовать. И здесь 50, вот здесь написано 50 семечек. Вот, и здесь... Вот эту табличку, видите, слева, она вырезается и приделывается, например, туда, где вы сажаете свои цветочки. Вон даже ножнички там нарисованы. Все, открываем, хватит болтать по этим цветам. Цветы красивые, цветы очень классные, яркие, как раз для моего сада. Не сада, а моей маленькой лужайки. У меня маленький такой уголок есть в доме загородном. И будем сажать. Кто не знает, оставайтесь. А кто первый раз зашел, смотрите прошлогодние 19-го года и 18-го, 17-го года видео про наш дом. С чем мы там занимаемся, что мы там садим, что мы там делаем, что и как, зачем и почему. Чтобы быть поближе к нам и узнать побольше о нас. И вот будем открывать. Сейчас я покажу. Тарелочка у меня здесь. Я высыплю семена и покажу вам, что за семена здесь. Вот такой бумажки, ничего там больше не было. И было написано 50, да? Ну вот здесь считайте, 50 или не 50, останавливайте кадр и считайте. Вот это все, что было в упаковочке. Поэтому доверия мне к этому магазину нет. И я вот сейчас вот так вот утрамбую земельку. Она у меня уже простыла, пока я с вами разговаривала. И телефон мой с вами поздоровался. Вот такие вот дела. Угу. Так, все. Откладываем нашу. И сделаем бороздки. Давайте вот так вот по длине. Вот так вот. Оп, оп. Бороздочки сделаем. Здесь какая-то палка застряла. Землю я не покупаю в магазине. Землю я покупаю в специализированном магазинчике. И поэтому у меня земля не из каких-то профессиональных магазинов, а из магазина, где продают рассаду, цветы, деревья и все остальное. Вот я три дорожки сделаю, вот таких вот здесь, да, и вот так вот ложечкой. Потом я закрою пленочкой. Пленочкой закрою и все. И моя сальвия пойдет на подоконник. Если что, она будет произрастать. Вот такие вот дела. Все. И я сейчас вот так вот постараюсь по одной семечки посадить вот сюда в бороздочки. Садить будем нашими зубочистками. Наши помощницы. Зубочисточки. Давайте вылезти. Одна какая-нибудь. Оп, даже две вылезли. И будем вот так вот высаживать. Водичка уже должна простыть. И по одной будем так вот брать. Опа. И вот туда засовывать. Потихонечку. Не в самый внутрь, а вот чуть-чуть совсем сверху. Потому что мелкие семена не заглубляют. Я их с краешку вот сюда, на краешек. На краешек вот так вот бороздочки.
Сейчас сделаю, потому что заглублять я не буду, прям так оставлю. И землей закрывать тоже не буду, потому что семена очень-очень мелкие. Вот 50 семян. Где же здесь 50 семян? Я не вижу здесь 50 семян, потому что вот, видите, с краешку я так вот прилепляю их сюда. Когда они взойдут, я их прикрою земелькой. Вот, через 2 сантиметра, через... Ой, упала одна семечка у меня. Вот, такие вот дела. Ну, ничего, что теперь делать? И я сажаю вот так вот все в этом духе. Увидимся. Девочки, мальчики, вот такой простой способ посева сальвии у меня. Без всяких химикатов, без всяких удобрений и без всякого всего. Удобрения и химикаты в Греции, я еще не знаю, какие они здесь есть. Тарелочка, видите, освободилась от семечек. Надо мне ехать в специальный магазин и покупать. Вы вот в России, там на Украине, в Белоруссии, вы все знаете, какие у вас там, вы можете прочитать, а здесь не поймешь, для чего они, для чего и как. Вот они, семечки, даже их видно, вот видите, они семечки, они взойдут, а потом я вот эту вот бороздочки вот так вот соединю, если это надо будет, пускай так будет. Это я так пробно посеяла, больше у меня нету семян этого цветочка. И закутываем, сейчас пускай чуть-чуть простынет, потому что внизу что-то так вот горячевато стало. Сверху уже земля холодная. И все, сейчас я закрою своей пленочкой, сделаю дырочки там, опять же, зубочисточкой, чтобы воздух чуть-чуть проходил. И уберу на светлое место до всхожести. Ну, здесь очень-очень длинная всхожесть, большая. Посмотрим, как они взойдут. И... увидимся на моем канале. Всем до встречи. Всем пока. Подписывайтесь, кто не подписан. Поставьте колокольчик. И будем смотреть, куда я буду их высаживать. Как они у меня будут расти. Если они у меня взойдут, я тоже покажу. Если не взойдут, я тоже покажу. И все остальное. Буду делиться с вами все, что делается у меня в Греции. С моими цветочками, с моими рассадами, с моими семенами, совсем-совсем. Буду вас знакомить, кому интересно. А кому не интересно, я уж не виноватая. Как говорится, не виноватая я. Вот такие вот дела. Ладно, всем пока. Вот так вот это выглядит. Я сейчас так дырочки сделаю здесь. И пускай это все остается на проращивание. Солнечно, и градусник прогревается до 16 градусов. Свою абриету ставлю вот, сюда на ветерочек, на солнышко, чтобы она у меня вот так вот прорастала здесь. Я обычно здесь на этом столе работаю, сажаю все. Но сейчас вот... не так. Видите, как они колышутся? Света недостаточно в квартире, и они вытянулись. Поэтому я выношу ее днем и ставлю сюда. Это первый контейнер, который у меня пророс из всех моих семян. Потом будем смотреть дальше, что будет.